Я как сильно опаздываю, что забыла собак покормить. Оскар, положи, пожалуйста, корм себе и Джонни. Кстати, там почти ничего не осталось, поделишься с ним своей порцией. Наелся, не наелся. Я когда вернусь, пойдем за новой пачкой. А тебе в награду возьмем большую кость. Кость? Вот это да! Ладно, блин, моя порция совсем маленькая получилась. Я сойду с ума, пока дождусь маму. Держи себя в руках, Оскар, на кону большая кость. Ну что, Оскар, когда есть будем? Есть, сейчас. Ой, я что, все съел? А как же кость? Джонни, а еды не было. Мама сказала, что после работы купит. Да ты врешь! Я слышал ваш разговор. Ты должен был со мной своей порцией поделиться. Я все маме расскажу. Джонни, ну я не смог устоять. Я был очень голодный. По-братски, не говори маме. Значит, только я по-братски должен поступать. А тебе должно все с рук сходить. Я, между прочим, тоже голодный. На этот раз я точно все маме расскажу. Ну не надо. Тогда я сделаю вид, что мне очень стыдно. И она меня простит. Лично ему все с рук сходит. Надо его проучить. Что делаешь? В пробке. Ага. Тебе, наверное, скучно. Найди вот этот тест. Так, посмотрим. Ого, да ладно! Мам, а Оскар со мной не поделился едой! Я остался голодный! В смысле? Так, Оскар, в чем дело? Мы же с тобой договаривались! Прости, мам, я не понял, как это произошло. Мне очень стыдно. Прям чувствуешь, мучает совесть, да? Очень. Ты же меня простишь? Я, конечно, все понимаю, но как тебе не стыдно? Врать, что тебе стыдно. Я про вас все прочитала. Оказывается, собаки не испытывают стыда. Но я... Сколько же ты притворялся? Джонни, пошли со мной за кормом. А Оскар останется дома, и его кость останется тебе. Вот блин.